So let's do it. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон. Я Эдуард Петер. И сегодня я вот решил сделать такое яйцо большое. Вот такое большое. У меня осталась подставка просто. Вот она. А куда ее применить? Яйцо где-то потерялось, или я его подарил, не помню. Факт то, что надо что-то сделать. И желательно что-то такое, что до этого не делал, иначе это неинтересно. Поэтому я решил в этот раз собрать растительный орнамент вместе с шестеренками. Просто никогда не делал. Надо посмотреть, что из этого получится. Ну вот, молдинги у меня вот такие есть. Когда-то покупал, то есть для чего-то, не помню. Ну, мало использовал, они чистенькие такие. Вот сегодня мы ими и воспользуемся. То есть, возьмем, допустим, и начнем сюда лепить такие кленовые листочки. Интересно, что это будет, не знаю. Так, где у меня кленовый листочек? Вот он, кленовый листочек с коровьей носочек. Так. А вот же у меня еще один есть. Как раз хватило. А на самую верхушку, естественно, мы какую красивую шестеренку посадим. Сейчас найдем. Так, где у меня молдинг? Вот, вот он молдинг. Так, ну самая красивая из них это вот эта. Сейчас мы ее и сделаем. Или же... У меня такая идея сейчас появилась, что если сюда поставить заводной ключ, что это будет. Интересно. Давайте посмотрим. Секунду. Извиняюсь, там кое-что у меня сгорело. Я думал, запах. Откуда идет запах? Вот так я готовлю себе иногда. Ну, будем кушать пережаренное. Что теперь делать? Так, сейчас посмотрим, как это будет. Дело в том, что здесь половинка. Мне надо из двух половинок тогда слепить ключик. Вот. Сейчас мы посмотрим, можно это сделать без ущерба для производства. Так. Ну, потому что, ребята, иногда надоедает делать одно и то же. Да, хочется что-то новое придумать. В этом случае вот это яйцо и ключик сверху. Я не знаю, откуда это у меня, это наитие. Наверное, я когда-то видел Фаберже или еще что-нибудь с таким ключиком. И вот это отложилось в памяти. Хочется теперь что-то такое повторить. Так. Вот он. Вот он. Так, ну-ка. Ну, вообще не очень, я вам скажу, получается. Так, так. Не совпадает. Хотя, в принципе, можно. Можно, наверное, использовать. Если все поаккуратнее сделать.
Ну, я думаю, что если делать ключик, то только делать его уже из самодельных элементов. Этот не пойдет. Так, теперь нам надо сделать сюда блямбочку. Вот сюда. Я буду иногда вот так показывать, чтобы вам видно было. Черное на черном вообще ужасно, конечно, для показа это. Это какой-то кошмар. Но тем не менее, сейчас сделаю блямбочку такую. Так. Сюда ее расположу. Вот так. Ну и теперь вот эту вот красивую сделаем шестереночку. Как только я закончу ремонт своих изделий, а это осталось, ну, только на завтра, наверное, еще, так я начну изготавливать уже тот самый проект. Начну опять проект делать. Так, а почему это? Почему бы вот не этот сделать, допустим, который будет связан с черепахой и со всеми этими домиками. То есть там работы. Уйма. Просто уйма работы. Ну что? Жизнь как бы еще не кончается. Пока. Можно заниматься. Вот так. Вот так мы сейчас сюда это. Звездочку, шестереночку поставим и продолжим. Кроме этого, может быть интересен такой элемент, как типа железные пластины. Вот так. Вот такая пластинка, да? Раз. И на ней можно наносить. Так, где моя? Это больше лака. Вот так вот. Вот такие. Шурупы или болты, как хотите, назовите, которые будут ее прикреплять к этой самой вот так. Ну? Отсоединять ее надо тоже аккуратно, вот так.
У меня не очень аккуратно получилось. Но вы сделайте аккуратно, да? Я сейчас переделаю, что-то не уследил я. Дело в том, что эта вот штука, она одета на лезвие, чтобы как бы удобнее было работать, но с другой стороны она очень мешает при снятии. Да, зацепляется здесь и все. Так что лучше вам лезвие иметь без вот этой штучки. Вернее, два. Одно с этой, другое без этой. Не делов-то сейчас мы быстро повторим это и все. Вот так. Сделаем. Раз. Сделаем два. Сделаем три. Сделаем четыре. В итоге у нас получилось то, что мы хотели. Так, раз, два, четыре. Вот, теперь мы будем аккуратны. Снимем это хорошо. И сразу вот сюда и прилепим куда-нибудь, типа железной заплатки такой, да? Неровно, пускай будет. Плохо видно, я понимаю вас, ребята. Но деваться некуда. И таких заплаток штуки три я поставлю сейчас. Ну, а теперь начинаем просто-напросто прилеплять все, что у нас есть по поверхности. Потом после этого уже начнем делать проводочки, прокладывать, а пока вот листья и шестерни. Сейчас я их наделаю опять. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось. Возьмем, как всегда, коричневую карточку сначала. Сымитируем ржавчину. Так, немножко назад отъедем. Вот так. Ну, не знаю, что получится, но довольно рельефная вещь. Уже видно, что вещь получилась рельефно. Посмотрим, насколько она оправдает наши надежды создать что-то новое, необычное. Ну, во всяком случае, мы всегда можем сказать, мы попробовали, да? Еще горячий, из-под печки, еле в руках держу. Так. Отлично. Вот так это все выглядит пока что. Так. Давайте теперь начнем серебрянкой ее фигачить. Как раз то, что проявляет как раз все эти наши пуклости и выпуклости. Главное не перестараться. Да, это, конечно, что-то странное, но в то же время интересное. Видите, что получается. Пока каша мала получается. Но ведь это же не все, то, что мы можем, правда? Это же совсем не все. Многое, что можем.
Так. О, отвалился этот. Ключик отвалился. Ну, ничего, мы его потом приклеим. Делов-то, да? Так, есть. Такое вот что-то чудовищное создали. Непонятно, джунгли это или еще что-нибудь. Ну ничего, сейчас постепенно, ребята, постепенно все это. О, вот и эта краска. Я хотел купфер. Купфер — это медь. Если кто помнит химию, купфер — это медь. Мы сейчас сюда нанесем. Так, вот наши проводочки. Один проводочек не приклеился, надо его потом приклеить, не забыть. Такой хороший медный рисунок получается. Шестеренки отдыхают. Старая такая медь. Красивая. Если мне понравится, я потом где-нибудь еще это применю. Или буду применять, если правильно сказать. Сразу смотри, какая труба. Ну, это не проблема, сейчас я ее приклею на моментальный клей, да и все. Смотрите, какая интересная получилась. Текстура, структура, непонятно, что это, да? Но, тем не менее, такое яйцо. Так, ну и, естественно, золото. Золото. Золото нам нужно. Вот оно, золото. У нас куча золота сейчас будет. Тоже аккуратненько. Какой красивый получается узорчик. Прям я не ожидал даже. Ну, рельеф, потому что создается хороший, красивый рельеф, поэтому почему бы и нет. Мне кажется, эта попытка удалась соединить стимпанк с какой-то растительной такой штукой. Можно, конечно, его притушить с помощью синей красочки. Вы помните, как я это делал? Но мне кажется, так оно более празднично выглядит. Более интересно. Я, наверное, так и оставлю, ребята. Ну-ка, сейчас посмотрим на нее. Так она на подставочке будет стоять. Вот так. Я думаю, что это довольно-таки интересная штука. Да? Единственное, что я говорю, что сейчас я возьму клей, приклею это. Или на полимер, или так. Ну, наверное, надо приклеить, иначе он будет падать. Ну что ж, вот на этом, ребята, я хочу с вами попрощаться. Руки у меня, конечно, я вам дам. Поэтому я сейчас тут положу вот так и попробую приблизить. Ну, так не видать, что это такое. Ну, вот так.
как-то вот так сделать, чтобы потом снимок закрепить. Ну вот, что-то еще одно изделие, которое у меня в коллекцию пойдет. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока.